Господи, благослови. Боже, милостивый, буди не грешно. Создал меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости и помилуй. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Царю небесный, утешитель души истины, и живительницы, и все исполняя сокровища благих, и жизнеподателю, приди вселися ныне, и очисти нас всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помяни духовного отца нашего, игумена Кирилла, благослови его на рост здравия духовного и телесного, и его святым молитвами, помилуй нас. Помяни епископа Евтихия Шимского и Симбирского митрополита Сергея, Иваника Алтайского, Барнаульского митрополита Сергея, митрополита Иосифа Симбирского и Новоспасского, митрополита Анастасия Симбирского и Новоспасского, находящегося на покое. Их святым молитвами помилуй нас, наших иереев, протоиерея Георгия Болящего. Сюда его. Георгий, Григорий. Григорий. Протоиерея Григория, иеромонаха Селда, иерея Андрея, протоиерея Сергия, иерея Павла, протоиерея Павла, иеромонаха Серафима, иеромонаха Прохора, митрофорна протоиерея Николая, митрофорна протоиерея Иоанна. Их святых молитвами, Господи, помилуй нас. Спаси, Господи, помяни протоиерея Акима Лапкина, Игнатия Тихоновича Лапкина, и благослови их, даруй им многое благое лето, и благослови и помяни всех братьев и сестер Крестовоздвиженской и Свято-Анфимской общин, и молитвами, значит, братьев и сестер Никольской общины Московской, Господи, помяни нас. Даруй всем здравие духовное и телесное, рождение свыше, и благослови нас, Господи, встретить и провести без греха сегодняшний день. И благослови сегодняшнюю трапезу. И сейчас мы помянем тоже о здравии еще болящих, да? Болящую Любовь, болящую Геннадия, болящую Елизавету. Господи, помяни путешествующих. Даруй здравие, мудрое спасение детей наших. Господи, помилуй и упокой, да? Помяни, Господи, и упокой Матерь мою Лию, Иегумена Иеронима Царского монастыря, Архимандрита Иеронима Латерского монастыря, и сродников наших, и всех, кто просил помолиться о них, Сергея Парализована Козлова, Анастасию Дробот и прочих сродников, да? Если они покаялись, Господи, прости им всякое согрешение, больное, невольное. Если не покаялись, то не вмени нам во грех, да, Господи. Помилуй. И еще сейчас хотела, Татьяна, у нас сегодня пост уже закончился, да? Ну, у нас на столе как бы изменений очень мало. В основном все та же каша и рыба. Ну, изменения небольшие. Добавляется только сливочное масло и молоко. Ну, здесь
также просто на молоке каша пшенная, там с маслом, да? Каша овсяная, тоже с маслом на молоке. Та же рыба горбуша, то есть с добавлением немножко здесь уже майонез. Вот я когда готовила, ну, также на воде лук, морковь. Здесь рыба, горбуша сестры принесли, угостили. Сельдь под шубой, ну, все уже знают, да? Тот же самый крабовый салат, но только с добавлением майонеза. Фрукты. Татьяна у нас угостила. Что ты испекла нам тут? Расскажи рецепт свой. Пирог с творогом. Говори погромче. Пирог с творогом. Пирог с творогом, да. Что там? И немножко вишенка сверху. Вишенка, да? Спасибо, Господи, и помилуй нам. Разговеться, да, второй день поста. Ну, мясо я уже не вкушаю, поэтому мяса на столе нету. Вина тоже не пью, в рот как бы не беру, и другим не советую. Вот. Можно, Господь сказал, всегда радуйтесь. Но хотя вино не запрещено по Евангелию, Он говорит, вино Господь дал для веселья, когда на свадьбе Он притворил воду в вино в Кане Галилейской, да? Но кроме вина-то ничего же больше не благословляется. Ну, я вот решила даже и вина как бы, потому что не пей вино, ибо в нем блуд. У нас так же у русских, если мы начнем, остановиться не можем. Поэтому лучше уже в рот вообще не брать. Вот. А то у нас и так страна много спивается все, да? Господи, помоги нам стоять в истине и правде. Слава Тебе, Господи. Слава Тебе.